съемка началась вообще. А у тебя болит? Ладно, короче, я этот влог вместе снимаю с Андреем. Он что хочет, пусть говорит. В общем, мы ходили, покупали арбузы и купили Супернета, да? Да. И как они называются? Херсонские арбузы. Вот. Короче, купили херсонские арбузы. Арбуз. Вот. По 35 центов, да, килограмм? Да. 35 центов, представляете, это фантастическая цена для, в общем, для таких арбузов, в общем. А были еще в Максиме, и там сколько килограмм? 55, да? Нет. 55 это было. Сейчас 69 копеек в Максиме. Короче, в Максиме 69. А на кто в Галбуселсе живет, пишите, сколько там сейчас стоит килограмм арбуза. Ну что ж, это видео, скорее всего, назову «Уничтожая арбуз» за кадром или вместе с Андреем. Что-нибудь скажешь еще про арбузы? Или ты уже сам? Ну, херсонский арбуз очень сладкий, произрастает на Украине. Угу. На юге Украины, это Херсонская область. Это очень прекрасный арбуз. А вы пишите, как вам, ну, вообще любите арбузы или не очень? Я считаю, как бы сейчас сезон, да, арбузы? Сейчас, да, сейчас именно сезон. Именно сейчас нужно кушать арбузы, потому что они без нитратов произрастают. Можете писать, что вы думаете про танки, потому что Андрей ко мне приходит в гости, ну и тестирует сейчас танки. И самое интересное то, что все на русском языке, может быть, это общедоступно европейцам, как ты думаешь? Не знаю, скорее всего, что ты на русский тест попал. Короче, кушаем арбуз, играем в танки. И вообще он очень вкусный. А? Ну вот, короче, я нарезал вот эту вот дольку по кусочкам и приступаю уничтожать этот киргизский, как там? Херсонский арбуз. Херсонский арбуз. Херсонский. Херсонский. От слова хер сон. Yes. Вкусно. Седьмой, смотри, не отстает ни хера, блядь. Смотри. Вот это фигачит. А? Это вот он в новом обновлении будет шуровать со скоростью среднего танка. Мне кажется, Андрей, у меня за последнее время будет длинный блок такой. Но я там кое-что вырежу, конечно. Thank you.
Шевчук. Ты, Андрей. Ну, Хью. Я думаю, ну что, смотри, я уже больше штуки на это сам. О, молодец. Так вот. Короче, на этом я видео заканчиваю. Спасибо всем, кто смотрел. Старайтесь меньше играть в танки, не забывайте, что есть арбузы. Ну, по мне арта упомнила, блин.